Химиотерапия, по мнению специалистов, современный, перспективный и зачастую абсолютно необходимый метод лечения злокачественных опухолей, дающий пациенту шанс на выздоровление или продление жизни. При этом в организм больного вводятся токсичные препараты, которые уничтожают раковые клетки. Страдают и нормальные клетки, развиваются осложнения. В медицинском центре консультант делает все для того, чтобы химиотерапия была максимально эффективной и безопасной. Перед назначением и во время химиотерапии пациенту назначаются определенные обследования и анализы. Это необходимо для оценки общего состояния больного. В случае получения неудовлетворительных показателей для предупреждения развития осложнений выполняется корректировка плана лечения. Химиотерапия в клинике проводится по принципу «не навреди». Таким образом, мы контролируем весь лечебный процесс. Химиотерапия в медицинском центре «Консультант» проводится амбулаторно, если это позволяет схема лечения. В день проведения процедуры пациент находится в комфортной палате терапевтического стационара под наблюдением онколога-химиотерапевта. При необходимости возможны консультации любых профильных специалистов. Химиопрепараты чаще всего вводятся внутривенно и могут повреждать периферические вены. Чтобы этого не произошло, возможна установка венозной порт-системы. Она устанавливается под кожу. Лекарства в течение всех курсов химиотерапии с помощью специальной иглы вводятся напрямую в порт, и периферические вены остаются здоровыми. Все назначения выполняются согласно мировым и российским рекомендациям по лечению злокачественных опухолей. Мы используем только оригинальные европейские и американские химиопрепараты с наименьшей токсичностью и количеством побочных эффектов. Химиотерапия в медицинском центре «Консультант» проводится только в комплексе сопроводительной и поддерживающей терапии, которая направлена на предупреждение осложнений, облегчает и ускоряет восстановление организма, делает лечение более безопасным. Правильно проведенная химиотерапия способна сохранить дни, месяцы и годы жизни. София Кириллова, Андрей Куничкин, Вести Тула.